Продолжаем тему спорта. В Новый год на новые вершины. 1 января 2016 года работник ДЮСШ «Ямбург» Денис Кузьменко стал участником московского новогоднего марафона. Это его легкоатлетический дебют. И сразу самая престижная дистанция – 42 километра 195 метров. Готовился Денис к марафону в Новом Уренгое. Бегал на дорожке в спортзале, а в хорошую погоду – вокруг спорткомплекса. Изначально в планах было осилить дистанцию в 21 километр, но уже прибыв в Москву, решил испытать себя по максимуму. С этой же целью на старт вышли около 200 участников. Когда забег начался, вся масса людей вот это бежит и как-то тебя подстегивает, хочется быстрее, быстрее. И уже потом, смотря на время, каждый километр отсчитывая, понимаешь, что в принципе надо чуть-чуть осадить, потому что дальше будет тяжелее бежать. И с каждым, конечно, 10 километрами плюс-плюс уже тяжелее, тяжелее. Изначально задача-то ставилась не на время пробежать, а именно финишировать, покорить дистанцию, доказать себе, что смогу. И работник «Газпромдобыча Ямбург» смог. Он пришел к финишу 17-м с результатом 4 часа 3 минуты. Теперь Денис готовится проверить себя в летнем триатлоне, который включает в себя бег, езду на велосипеде и плавание.